День добрый. Рад приветствовать в этот замечательный праздник, День независимости. Как всегда, наша гонка проходит именно в этот день уже на протяжении многих-многих лет. Скоро будем 18 лет практически. Что хочется сказать? Первое, обращаясь ко всем, к зрителям и участникам. Гонка будет достаточно сложная, потому что заявилось почти 50 экипажей. Это очень сложно для судей и для участников. Прошу вас, зрители и участники, будьте внимательны, доброжелательны друг к другу. Зрители, пожалуйста, не мешайте нам. Гонщикам тоже, пожалуйста, только спортивное поведение, больше никак. Гонку справить. Садись, спокойно как заедет. Ужас, ебался, да? Ну,
Поперли. За номером смотри, кто помер. Да, я вижу. Давай, молодчик, давай! Что они делают? Хорошо. Нихера. Чуть чуть. Я вчера прошла, молодец. Сейчас они здесь проходят. Эй! Там даже ничего пьется, да? Теперь вытащить его. О, лифтануло. Не успел, я не прибежал. Прям вот почти. Я с другой стороны. Ну, отец делает. Нет, я имею в виду. Рус, что ты там делаешь вообще? Солнце греется. Сука. Он сказал, фото не выкладывать, а их мать убьет. Тут уже все сняли. В смысле, а мне нельзя? Не надо. Это я вот твоим родителям покажу. Завязывай, ты чё? Мать убьет, говорит. Уже все... Я сухой, абсолютно. Ну что тогда ты сейчас? Ты в смысле? Машина сама, я вынырнуть успею. Ты отписаться успел? А тут уже не поймешь.
полный дым. Спокойно, спокойно.
Есть, да. Смотри, о, вот этот новый лифт. Лифт не новый. Да он сейчас зайдет.
хватает, наверное.